Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 8 марта, и я, Агуша, буду поздравлять всех с 8 марта. Сейчас мы направляемся в нашу городскую больницу. Там будем поздравлять одну очень пожилую больную женщину. Мама наших друзей. И так что вы с нами, и будет весело. Все с нами, все, спасибо. Дорогие друзья, мы приехали, мы в больнице, снимай больницу. Да-да, мы поехали, и сейчас нас ждет прекрасная пациентка Чими. О май гад, фу, yes. Дорогие друзья, мы уже поднимаемся на четвертый этаж. То есть опускаемся на первый этаж, но сейчас поднимаемся на второй. Главное — это любовь, внимание. Сегодня 8 марта. Поздравляю всех прекрасных наших родных женщин, сестер, матерей, всех бабушек. Поздравляю. Я, Агуша, поздравляю. Я с 8 марта поздравляю. Спасибо. Мама, не бойся. Мои золотые, Чими, Чернаска, ты моя золотая, ты меня, Она Поздравляю еще раз, 8 марта. Главное — это позитив, это улыбка. Да. Главное что? Позитив — это улыбка. Это улыбка. Какие у тебя какие? Голубые глаза, голубых кровей, да, голубые. Да. В них можно утонуть. Да. Я уже утонул, я уже утонул. Наша золотая. Я хороший. Милая моя. Я хороший. Но мы знаем, милый. Мужского рода, мы просто беременны временно. А я говорю, это что такое? Говорю, это плавая мозоль. Это какой тебе? Она еще не переварилась. А мне слово, что это по адженда. Я же моя легенда. Спасибо. Я пришел поздравить. Потому что сегодня 8 марта. Я должен был поздравить. Да, спасибо, мама. Счастья. Я очень рада, что вы пришли, мои дочери, мои внуки. Натиджам на валярим. Кельди балала. Главное — это счастье, это удача, это здоровье. Мы сейчас скажем все вместе: пенди! Пенди! Сейчас. Ой, нет, сейчас пустили. Улыбка. Улыбка. Ура, ура. Дорогие друзья, в общем, миссия выполнена. Мы пришли, порадовали, попрощались, поздравили. И главное, что все хорошо. Главное, что наш визит стал помощником ей прийти в себя. Это наша Чимнас, прекрасная мама, прекрасная тетя, прекрасная бабушка, прекрасная женщина и просто человек. Спасибо ей искренне.